нас это не пугает, это абсолютно. Ну, вода большая, ну. А смотри, какая чистая, а? Ну, чистая, ну, я бы не сказал, что прям супер чистая, но чистая и большая. В большой воде большая рыба, Андрей. В малой воде это тоже большая рыба. Да? Надо уметь ловить. Да? Как же говорится, большому кораблю большое плавание. Чем мутнее вода, тем это крупнее рыба, правильно, да? Или, как говорится, в мутной воде легче рыбку ловить. Это. Видишь, как мы можем все перенаправить. Что бы ты ни сказал, все будет использовано против тебя. Я имею право молчания. Да, имеешь. Ну вот наши сопочки. Ну что, брателло, опять? Всем доброго времени суток, уважаемые, а также подписчики и гости нашего канала, можно сказать даже так. Сегодня мы с бессменным другом Андреем, который сейчас висит на камере. Вода большая, разносит сразу по-другому. Есть. О, уже ушел сразу. Видишь, какой вялый? Сразу же ушел, да? Резать надо. Давай в этого воблера. Что, на видео снимем? Да не надо снимать. Да резь, что ты смотришь? Живьё, ну вот, остановились мы с Андрюхой перекусить, и Андрей меня призывает на рюмочку чая. Я правильно, Андрей Николаевич, я понял? Да, мы сейчас рюмашечку накатим. Пойдем еще раз, да? Плесканем. Он уже плохо клюет, может быть, много налили, блин. Не, наоборот, он еще не похмелился. Ему же надо похмелиться, Подя. А где, слышь, ты себе там огурчик взял, а мне что? А, вот мне тоже, во, спасибо. Вот настоящий брателло просто взял и поделился. Я вот сразу не увидел огурчики. Значит, Владимир Высоцкий чуть-чуть неправильно пел. Друг оказался вдруг, да? Конечно. Еще курочка из дома, еще даже не успевает. О! Держи ее, я не всю возьму. Малосольный огурец, ах, какой ты молодец. Буль-буль-буль, хрум-хрум-хрум, да? Знаешь, это просто сочетание. Я сегодня на королевской рыбалке в шлепанцах. Уже болит. Хватит, отмутил. Отмутил, да, уже? Отмутил, гороща золотая, березовым весенним языком. Ну да, когда гвозди сутки, блядь, ноги пробивает насквозь, да? Да. Отмутишь, да?
Просто Андрюха действительно ногу гвоздем пробил насквозь, от этого он сегодня в таком полупозишн. Если медведь где-то рядом выскочил бы, я бы забыл про нее, про ногу и про гвоздь. Давай не будем говорить об этом, у меня аппетит теряется. То сейчас за этим деревом будем с тобой гадить вдвоем. Сегодня у нас, Андрюха, интересный день. Мы с Андрюхой, как бы сказать, правильно. Не напрягаясь. Да, не напрягаясь. Тестим воблеры. Вот у меня сегодня целая такая коробочка воблерков. Эти все воблеры и тума, как я показывал у себя на канале. Вот она двухсторонняя. Вот если показать. И с этой, и с той стороны. Это все одни воблеры и тума. Почти то же самое. Да, у Андрея тоже то же самое, то есть мы вдвоем заряжены на итума. И вот надо сказать, мне сегодня вот этот вот воблерок называется, называется он чип 40 FMR, вот такой вот он, очень модный раскраски, я думаю, вам его видно. Он мне сейчас такого линка подарил, килограмма на 2,5 железно-бетонно, может по трешку. Ну факт не в этом. Мы даже и не меряем, потому что нам как бы и не интересен этот факт, сколько они весят и все остальное. Потому что мы их уже в своей жизни уже столько всяких разных видели. Видели больше, видели меньше. Но дело в том, что эти воблеры все работают. Ну ты хоть померяй, хоть люди на тебя посмотрят, она тебе идет, не идет. Сейчас люди... Кстати, нет, ту кепочку одень. Кстати, уважаемые, кто видит Андрея в этой кепке, кому понравилось... Пишите под видео и ставьте лайк, что Андрей в новой кепке смотрится модно. Кому не понравилось, ставьте дизлайк и пишите, что старая немецкая кепка лучше. Вот такой мы конкурс сейчас проведем. Я когда на гвоздь наступил, ты знаешь, что я вспомнил? Когда я вижу сломанные крылья, мне их не жаль, но это неспроста. Я не люблю насилие и бессилие. Вот только жаль распятого Христа. Но это не кощунство, я не смеюсь, просто когда гвоздь забили, я думаю, ёлк, как же он терпел это, сын Божий, правильно? Ну да. Да ужас. Я ногу выдернул, а потом поутру, они проснулись, обнаружил, что она насквозь прошла. Ну, кстати, Андрюха, реально, ты буквально вчера ногу пропорол насквозь гвоздем, а сегодня ты на рыбалке, брателла. На рыбалке, знаешь, как выздорал. Забываешь, да, домой поешь, опять все болячки начнутся. Давай за тебя. Гвозди начнут. Да, давай, давай, за тебя, дружище. Давай. За рыбу пить не будем. Рыба у нас всегда будет. Много ли нам надо в этой жизни? Я тоже так что-то. Да. А сегодня куда больше? Сегодня надо брать ровно столько, сколько съедим. Из чистой горной речки. Водицы напиться. А брателя водички. И брателя водички. Из чистой горной речицы. Вот так мы и живем. Водку пьем. Водой с речки запиваем. Немного. Что мы там подберем кинокотеку? Не, я говорю просто, что... Я тебе не за это хочу сказать, что еще и не каждому в нашей стране доводится еще и воду из речки пить. Безо всяких проблем. Правильно? Это тоже огромное счастье. Быть на такой реке, где можно воду пить тоннами из реки. Да-да-да, выскочил. Ну что тут сказать, спиннинг Black Hawk Alight просто радует душу. А воблеры и тума, особенно чип, сегодня просто бесподобен. Сегодня нету клёва, можно сказать. Но он сегодня делает всю рыбалку на таких вот хороших линках. Можно нагрузить спиннинг, смотрите как. Как он нагружается. Он перегружается.
И, конечно, бесподобный дикий ленок горных рек Дальнего Востока исполняет этот. Видно, как работает спиннинг, и видно, как работает воблер-чип. Да, удержать в руке такого немаленького модного красавца тяжело. Вот он, воблер-чип Ютума. Красавец. Да, это красавец. Ну, ты мой маленький. Что ты снял? Ленок бы ушел. Такой ленихивый был. А, елки-палки, ты тащишь. Хороший? Хороший. Ну, хайлайт сегодня просто радует. Просто радует, красавец. Ну, поднимайся, покажись. Что, не хочешь показываться? А надо показаться. И опять Ютума чип. Сейчас только что у меня было 3 подхода линков очень больших, но взяли очень слабо, только удары в сопровождении воблера и все. Что-то там кружащийся в ночи ленок. Вот видим, Ютума чип опять в теме. Этот воблер у нас все-таки, как я понимаю, по характеристикам для меня заменяет Смит супер камион либо камион. Работает просто изумительно. Что-то там. На бок орез, Андрюш. В эти плоские. Андрей. Все, отпустил. Да, хайлайт просто радует душу, блядь. Хайлайт радует душу. Ну, красавец. Угомонился. Так сильно ты там упирался. Какой. Достойный. И воблер у нас Ютума чип опять в действии. Вот он, красавец. В руку аж не помещается. О, Андрюшка лупанул леночка хорошенького. Ох, какой хороший ленок, как он ходит. О, и подлодку он хочет, и так он хочет. Много чего хочет, да? О, пузатенький. Есть, да? У нас сегодня поменьше пока леночки идут. Вот. Воблерки Ютума работают.
Какие он рывки делает? Я даже не вижу против солнца, что там происходит. Хороший, да, Андрюш? Вообще. Спиннинг хайлайт исполняет. Смотрите, какую дугу. Ох, как он гнется, держит его. Воблер Ютума, чип в действии. Вот это загиб, вот это вылаживание. Ну-ка, иди сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ай-ай-ай. Хороший лень. Я не понял. Опять что ли воблера проглотил? Нет. Ну, ты будешь выходить. Да, чувствую, ты еще не подугомонился. И забрать меня. У меня рука его не обхватывает. Да я вижу, сейчас я тебе буду помогать, наверное. Еще, я еще кидаю. Я не могу его обхватить вообще. Даже за полтела не могу в диаметре обхватить. Одной рукой. Видел, он с руки выскользнул, Андрюш. Ну, придется попросить брателлу. Брателла, поможешь? Вот такая вот снасть от 3,5 грамм до 14. Справляется. Да, подугомоним его. Он прет, как динозавр. Кстати, вот этот пес, он наш Андрюша радовал. Там сейчас будет перекат, давай-ка заберем его экстренно. Но я не могу этим спиннингом, он прет там в дугу изгибается. Только за шнур не возьмись руками. Да я не возьму, что. Стой. О, казалось бы, вот так вот ломаются спиннинги. Ну, хайлайт держит этого танка. Борьба с таким танком идет. Не, Андрей, подожди, надо угомонить он. Он сильный. Да я вообще. Вон он фрикцион тянет, подтянул как танк. Хотя у него фрикцион уже затянут сильно. Уже. То есть я уже фрикцион подзатянул, чтобы его форсировать. Че, в две руки не влазит? Да не влазит, конечно. Нет, берись за шнур. Не... Дотянули до этого переката, до быстрого. Заберем. Ого. Воблера проглотил. Да он еще сильно. Куда. Ох ты, смотри, его таймень кушал. Отметины. Но. Нифига. Поглотил у нас чипа и тумовского. Подожди. Ого. Прикинь, идет. Это что-то. Ох ты, что он делает? О, еще одни, что ли? Я не вижу даже, Андрей. Блять, Вова, ты пиздец. Вон, мужики, показали нам палец вверх. Ты какой он? Фу. Ну и как всегда одно и то же. Вот он, воблер Ютума чип в пасти.
у Леночка. Ну-ка, Андрюш, покажи этого красавца. Сильный какой, да? Руки аж выламывает. Отлично. Вот такие линки ловятся сегодня, уважаемые. Ну, душу радует, конечно, очень приятно половить таких хороших линяр. Да, Андрюх? Вот он. Ах ты, видно-то, как его хорошо. Очень красиво, очень. Но это высшее наслаждение для рыбака, конечно. Ох ты, такие рывки. Давно бы надо было взять еще вторую экшн-камеру, чтобы под водой еще вот это вот все снимать. Ну вот уже дело ближе к осени, последние числа августа. Линки уже становятся вдвойне сильней. Они просто вдвойне сильнее, эти леопарды. Даже... Опа! Вот что он исполняет. Приходится уже парировать, чтобы уменьшить... Как на... товарчик, ты знаешь. Да. Да, ну палка просто бомба. Это что-то с чем-то. Тьфу-тьфу. По колгану по своему тупому надо постучать. Какая борьба идет. Так вот его просто нахрапом и не забодать. Этого линяру. Несмотря, что он уже и не рекордных каких-то размеров. Он уже очень достойный противник. А в сентябре, в октябре, когда они будут катиться. Опа, опа. Ты смотри, вот не хочет сдаваться. Бьется до конца. Бьется до конца. Ну, этот поменьше, я попытаюсь его. Попытаюсь. Действительно, в этом слове есть такое понятие. Попытаюсь. Слово попов. Да. Мы будем только пытаться. Мы можем только пытаться. Вот он, красавец. Доставил очень много удовольствия на сатик. Ты и я. Мы с тобой одной крови, как говорил Маугли. Ты и я.